Анатолий Оксаков поделился своей точкой зрения касательно будущего криптовалюты. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что биткоин сейчас раздут, как мыльный пузырь. Вся ценность биткоина объясняется простым доверием специфической группы пользователей. Парламентарий уверен, что однажды этот пузырь лопнет и рынок рухнет. Анатолий Оксаков не исключает, что биткоин может оказаться под запретом для проведения платежей в ближайшем будущем. Причина запрета ищите в наших новостях.